Здравствуйте, дорогие друзья, с вами канал Искатель Необычного, с вами Геннадий. Сегодня начинается мой первый сезон этого канала. Сегодня я хочу снять видео, которое я сейчас сниму в одном лесу, как я хотел. Потом начну заброшек и все такое. Да, кстати, и скоро у меня будут очень новые истории, и возможно даже буду снимать почаще влоги, потому что... Так как меня долго не было в связи с тем, что были кое-какие семейные дела по дому. Ну, сегодня я как раз пройдусь по тому месту, и я покажу там кое-что. Ну, конечно, у меня один фонарик, попробую что-нибудь записать на видео, то что... Ну, он хорошо светит, ну, да. Ну, и там... Вдруг что-то будет такое мистическое, вдруг там какие-нибудь звуки, если что там прослушаете, что будет, я потом, если что, проанализирую это в другом видео, что случится там. Ну и что, в итоге я сейчас буду собираться и как раз встретимся там, в том лесу, где я буду снимать сейчас все это. Ну и что могу сказать? Все ждите сейчас того момента, когда я сейчас начинаю идти в это место под названием Лес Смерти. Привет, вот сейчас направляюсь в этом направлении в лесу. Иду по этой дороге. Не знаю еще, что сейчас будет. Сейчас иду по ней. Сколько я 10 раз снимал видео или что-то, я помню, столько ходил. Ну, у нас как бы я снимал фонарик, мы решили заснять в анде звуки, где-то есть на видео, где там есть аудио, видео со звуками, которые мы зафиксировали разные. Сейчас что-то еще получится. Не заснять какие-то звуки или что-то в этом роде. Попробуем в этой тематике что-нибудь. Внимание, надо спуститься. Как здесь пройти?
собаки лают. И что могу еще в итоге сказать, то что я когда здесь хотел с другом, Матиас убежали. Что за нами кто-то погнался, не помню. Что это было, я не помню. Блять, ребят, вот сейчас, пока я говорю, такое чувство, кто-то мне за ногу затронул. Реально говорю. Честно. Блять. Так. Нет, надо считать, что не пройдем. Пойдем в другом месту лучше. Попробуем просто заснять какие-то звуки. Может, потом проанализируем. И как слышал, да я муж уже говорил, то что были три маньяка, которые затащили одну девочку, ну потом ее убили. По слухам здесь говорят, вроде ты ее дух, признак. Сейчас идем не так. Так, сейчас я знаю дорогу, просто я не туда свернул. Дальше пойдем к выходу. Это моя кострах какой-то уже. Я не стал дальше идти, потому что не знаю. В следующий раз надо просто идти с кем-то и одному в это место. Дальше там еще неизвестно, я еще дальше даже не ходил. Просто как я раньше гулял с друзьями, да, здесь, например, просто на все можно как сказать. Просто навсего. А, здесь просто нехорошо. Такое ощущение, как будто что-то. Кто-то тут тебя дотронется, кто-то кто-то дыхание сделает из тебя. Даже один раз было то, что друг просто слышал, что кого-то кто-то вдалеке кричит. Здесь только нет. Так, потихоньку спускаемся. Знаю, сейчас попробую потом дома прийти. Конечно, там проанализирую. Бля, что такое? Еще такой снег непонятный. Конечно, все улетает. Потому что здесь только вот эта дорога, которая ведет в это место. Свет какой-то еще. Это гаражи. Я там еще там вообще редко был, конечно. Все гаражи. Так,
еще маленько пройдемся. Ой, еще одна перчатка. Это же. Ой, другая уже. Почему? Так, ладно. Поднимаемся. Чем здесь перчатки? Вот это не помню. Чувство, кто-то бежал, да, просто снял эти перчатки для чего-то. Здесь такое место, я не знаю, я не стал туда идти, что там есть такое одна система, которая нужно как назвать тоннель. Я вообще называю зеленый тоннель, потому что как-то это там гулял просто на все. Я потом позже туда еще схожу, после того как я потом еще с ним в заброшке. Он длинный. Что там еще бывает? Один раз там чуть не запутался, потому что там очень много лабиринтов в этом лесу. Так, это школа. Мощновато ее видно. Очень тускло. То, что у меня не такой фонарь. Что-то я всякое. Так, здесь учатся дети еще за школу. Вот возле этого леса. Не понимаю, как. Они учатся в таком месте. Ну, конечно, днем здесь не страшно ничего. Это дома, которые здесь люди живут еще. Ну что, в итоге сейчас буду направляться уже домой. Потом я, когда приду домой, маленько расскажу чуть побольше, потому что мне сейчас не было по себе, потому что такое чувство, какой-то реально такой страх. Какой-то. Кто рядом был. Туда за ногу дотронулся, то еще что-то сейчас было. Еще маленько я, когда шел, кого-то сзади, кто-то сзади меня, какие-то шаги. Но никого не было, странно тоже. Ладно, еще, сейчас еще сделаю пару фото, снимок. Потом еще выкладу их. Свою историю. Ладно, встретимся дома. Сейчас скоро. Вот и, ну вот и я пришел оттуда вот, только что. По-моему, что-то непонятно там было. Кто-то шел сзади меня. В итоге я даже не знал, что это такое. Просто навсего не объясняю. Ну что могу в итоге сказать? Да, там что-то есть, там меня кто-то тронул за ногу, в итоге там у меня был страх, я не знал, что-то сказать. Мне что-то не давало, наверное, или я не знаю. Но думаю, там я что-то снял, какие-нибудь звуки, может, что-то еще в этом роде. В основном, что могу сказать про это место. Я еще до конца туда не ходил, я не пошел дальше, потому что там и очень мрачно, потому что там туда лучше одному не ходить, потому что там, да, примерно человека 4 в том месте. Ну и побольше фонариков, потому что то место очень такое необычное, такое, как можно сказать, там много лабиринтов, только если идти со мной, я знаю, где там дороги, вот эта вся система. Ну, в итоге, что могу еще сказать. Потом я попытаюсь, да, съездить еще одну заброшку какую-нибудь. Сейчас девчонка пока занята, я сейчас пока я не могу ей написать, пока что я один гуляю.
по таким местам, то что не знаю, где еще взять людей. Так что я пока что буду снимать, если что, один, если никого не найду. Да, еще когда я там шел, там был непонятный ветер сначала. Потому что я еще сейчас заметил то, что когда я снимал в начале видео, что-то по камере мне прошлось, что-то провелось или что такое. Было еще белое пятно, как белое пятно слева, да, видели. И как странно, я даже не заметил то, что я просто шел, этого не было у меня на видео. Кто-то по камере у меня просто навсего провел чем-то. И что-то промелькнуло, я не знаю. Ну что, надеюсь, вы посмотрите, вам понравится это видео. Вы что-то увидите, что-то оцените, что-то, может, заметите в нем. Кто умеет в этом различать ситуацию в таких делах. Ну, на этом мое видео закончено. То, что пишите в комментариях, забывайте ставить лайк на канал и писать комментарии. Всем до скорой встречи, до следующего видео, которое я буду снимать уже там историю свою. Ну и после истории я буду анализировать свое видео, которое я снимал сегодня. Всем пока.